это все. Да? Ничего себе. Бомбы? Угу, понятно. Это большая. А скорость до какой максимальная? 55-50. Ну, я понял. Это хватит. То есть... Да, не, этого достаточно, потому что больше на нем я бы не рекомендовал бы ехать, это небезопасно. Да. Раньше было, как сейчас скайз тебе. Вот это раньше вот такой. Угу. Вот как-то, давай. Сейчас вообще не идет. Вот такой делается. Вот видно. Тяжелый, да? Давай смотрится. Да, серьезно. Не, он тяжелее. Тяжелее, вот потому что тот я брал, он действительно был легкий, и его на большой вот скорости. Вот этот свет видел, это как новый. Вот это старый, это все. Старый. Вот это еще новый, вот видел. Ага, с это черными, может. С черными. Да. Я сейчас это даю, он гоники конем погуляет, и потом идет на кемер. Кемер погуляет, кирич, чем его обсесло. То есть хватает, да? Конечно. Отлично. Ясно, спасибо. Если получится, конечно, покатаемся. Друзья, значит, смотрите, как бы в прошлом году я брал в аренду, и мне говорили, что его хватает на 3 часа, и действительно это так, на 3 часа. Сейчас какие-то появились новые скутера, вернее, там, наверное, какие-то мощнее аккумуляторы, значит, тот человек, который сдает в аренду, прокат... Украина. Украина? Да. Вот у нас Дема есть, где он в Украине? Зашел в коленку. Значит, смотрите, друзья... Сейчас, получается, появились скутера с новыми, я так понимаю, батареями. Во-первых, они мощнее, скутер сам тяжелее. Значит, хватает его, по словам того, кто сдает в аренду, на 5 часов езды. Ну, скорость не изменилась, максимальная 50-55 км в час. Смотрите, значит, я не знаю, если я где-то в другом регионе буду, и у меня будет время, конечно, я постараюсь прокатиться и на этом скутере, на такого типа скутере, электроскутере, чтобы вам показать всю необходимую информацию по прокату. Условия проката вы слышали, значит, $10 в час, никаких документов не нужно для этого, берешь, платишь $10, катаешься час. Единственное, что, смотрите, когда катаетесь на этом скутере, посмотрите мое предыдущее видео за прошлый год. Я там и за рулем это все снимал, скутер едет очень быстро, но, значит, на дорогах в Турции не очень безопасное движение. Поэтому, когда вы управляете таким скутером, будьте внимательны, друзья. Отнеситесь к этому очень серьезно вопросу, чтобы у вас не превратился отдых в нехорошую ситуацию.